Вечером 11 мая в реке Убыть утонул 19-летний парень. Трагический случай произошел за чертой парка имени Степанова. Юноша решил искупаться в месте, которое для купания не предназначено. В зоне происшествия работали 8 человек и 3 единицы техники. Труп молодого ивановца извлекли на поверхность воды, а затем доставили на сушу. По факту случившегося начато расследование. Причина смерти сейчас устанавливается, вскрытия еще не было, но можно предположить, что это было пренебрежение правилами безопасного поведения на воде. И самым таким, наверное, играющим фактором было то, что температура воздуха была более 25 градусов, а температура воды еще достаточно низкая и не прогрелась. И шокирующий фактор. Нужно помнить то, что организм может отреагировать неадекватно на такую резкую перемену температуры. Естественно, стоит воздержаться от купания в состоянии алкогольного опьянения, наркотического, токсического, из любого вида опьянений. И самое главное, не оставлять сейчас детей без присмотра при отдыхе у водоемов.